Друзья, всем привет! Привет! В Крыму начался 4-й месяц лета, и мы решили поехать на море в поселок городского типа под названием Фрунзе. Ехать недолго, он находится в 49 километрах от нашего дома. Карту сейчас покажу. Поехали! Фух, все, мы приехали. Здесь такая очень удобная парковка и, в принципе, хорошая дорога. Сейчас пойдем смотреть, как там море не остыло. Гоу! Искупались в море, вода теплая, волн вообще нет, потому что ветер дует с берега в море, кстати, довольно сильный, но так все прекрасно, людей мало. Все уже поуезжали на 1 сентября на материк отдыхающие. Остались только мы, крымчане. Скоро пойдем кушать. Скоро мне отравиться. Правильно. Идем в кафешку за чебуреками. Чик. Мама только принесла. Здрасте. А чебуреки у вас? Да, у нас. Которые самые вкусные? Да, стараемся, чтобы были вкусные. А сколько стоит чебурек? 80 с мясом. А там еще есть с мясом и сыром, да? Да, мясо что и есть? Сыром, и микс есть, ентахи есть. Хватит. Ты будешь сколько? Значит, 5 штук с мясом и сыром. А сколько стоит с мясом и сыром? 110. Все, давайте. Там просто ветер. Давай сюда. О, вид на море. Баба это, мама это я, самая маленькая. Вряд. Все, принесли чебуреки. Чебуреки с мясом и с сыром. Вау. Сейчас будем пробовать. Так. Вытекает сыр. Помидор. Вкусные? Ближе сядь на тарелочку. Скажите, как вы это готовите? Мухи какие-то летают. Да, чебуреки очень вкусные. Я первый раз пробую. Да ладно. С сыром и с помидором. Мясо есть. Борода и сыра. Борода и сыра.
Так, все, накупались, наелись вкусных чебуреков. Теперь едем домой. Да. Короче говоря, нам все очень понравилось. Море теплое, чистое, чебуреки вкусные. Кстати, получилось у нас весь заказ 900 рублей. Это 5 чебуреков с мясом, сыром и помидорами, мохито, томатный сок и одно пиво. Вот такие дела. Да. Вход в воду, конечно, там не очень мелко поначалу, так чуть-чуть мелко, а потом резко уходит в глубину. Так что, если будете приезжать с детьми, конечно, обратите на это внимание, чтобы они далеко не заплывали. Ну, а мы едем домой. Всем пока. Пока. Все, пока. Хорошо, отдыха на море потом. Ух ты. Любимый, ты не туда свернул? До свидания. Мы сюда нужно ехать. Пока. Слегка заблудился.